Добра должно быть много. Этот призыв от компании «Фосагро» летит по всему городу. В честь своего 20-летия один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений призывает балаковцев поведать о своих добрых делах, больших и маленьких. Белый мишка и цветочек «Фосагрик» вместе с организаторами рассказывают прохожим, как стать участником акции. Можно зарегистрироваться либо на сайте, либо выложить фотографию с любым добрым делом под хэштегом «Добро Балаков» в социальную сеть ВК или Инстаграм. И балаковцы уже вовсю рассказывают о добрых делах. Интернет пестрит фотографиями с указанным хэштегом. Вот школьник передает книги в библиотеку, а вот неравнодушные дети ищут дом для бездомной собачки. Кто-то убирает мусор на берегу, а кто-то собирает батарейки для того, чтобы безопасно их утилизировать. Одни рассказывают про свои поступки. Я бабушке помогаю посуду мыть. Я помогаю там копать картошку, сажать там всякие семена. Другие про друзей, знакомых, соседей. Один пост я вчера уже выставила. Это про Светлану Козлову, которая каждую весну высаживает такие прекрасные, замечательные цветы, которые радуют весь дом. У нас есть еще одна женщина, Валентина Жесткова, которая подобрала котенка, умирающего зимой, в минус 30. Я ей говорю: Валь, расскажи о своем таком добром деле. Она говорит: нет. То есть это скромно. Значит, если она не расскажет, я расскажу еще в одном посте об этом человеке. Вообще, о своих добрых делах многие стесняются рассказывать, как-то это не принято. И поэтому зачастую хорошие поступки остаются незамеченными. Но любое, даже самое простое, бескорыстное дело достойно благодарности и может стать примером. Стоит говорить, да, потому что это мотивирует других людей делать еще больше добрых дел. Завершится марафон добрых дел большим онлайн-фестивалем, который состоится 13 ноября. Начало в 14 часов. Каждый зритель трансляции и, конечно, участник акции сможет выиграть призы от компании «Фосагро», среди которых iPhone, портативная колонка, туристические принадлежности, спортивный инвентарь. Организаторы считают, подарков, как и добра, должно быть много.